карьера и слава морского православного воина Григория Спиридова складывалась постепенно, без всплесков и вспышек. Казалось, сам Господь провел его тихими проливами в эту Чесменскую бухту, чтобы флот Андреевского флага в полной и великой мере показал силу русского духа. В 15 лет Григорий – гардемарин, в 19 – мичман, в 25 – азовский поход против османцев. В 1754 году Спиридов в Казани занимался заготовкой древесины для адмиралтейства. В 1756 он ротный командир морского кадетского корпуса. Григорий Андреевич получил звание контр-адмирала. В 1766 году он стал командующим Балтийским флотом, а вскоре возглавил экспедицию против турок. И вот наступил тот день, а точнее та ночь, с 25 на 26 июня 1770 года, когда русский флот атаковал турецкий флот. И в результате блестящей операции все корабли противника были сожжены, а потери турок составили 11 тысяч человек. Потери наших – 11 человек. Это осталось и поныне непревзойденным соотношением потерь в морских противостояниях. Будущий кавалер ордена Андрея Первозванного послал тогда царице Екатерине следующее послание. «Слава Богу и честь Всероссийскому флоту! Неприятельский флот атаковали, разбили, разломали, сожгли и в небо пустили». Григорий Андреевич Спиридов.